Здравствуйте, друзья! Сегодня на канале Серебро Мания будет обзор новинок, которые ко мне поступили и которые я предложу к продаже. Первая монетка и самая топовая вот в таком вот демонстрационном виде продается. Видите, как внутри сертификат красивый. И сама монетка очень даже симпатичная и, я думаю, что перспективная. Это рыцари Мальты, 5 евро от Европы, европейские 5 евро от страны Мальта, полноценные 5 евро. Эта монета не раунд, смотрится отлично, и сам герб Мальты, и сама монета. Это третий рыцарь в серии, первые два рыцаря у меня тоже были в продаже, первый закончился, но второй рыцарь из этой серии у меня еще есть по вполне себе конкурентной и хорошей цене. Это, мне кажется, красивая и перспективная монета, и я рекомендую ее к покупке. Как вы видите, красиво обыграна мальтийская тематика, и мальтийский флаг, и рыцарь. В общем, я считаю, что монета хорошая, и я думаю, что она будет пользоваться популярностью. Цены на монеты вы видите на экране. Теперь переходим к следующей монете, и, конечно же, это уже не монета, это раунд. Очень красивый раунд, вот тоже German Mint, смотрите сами. Это провидица, начало серии, смотрите, какая необычная форма у раунда. Это раунд очень даже перспективный, на мой взгляд, тоже. В общем, вообще German Mint последнее время радует новинками и красивыми монетами. Наша провидица смотрится красиво и, я бы сказал, немного эротично. Груди, конечно, художник не побоялся и преувеличил на монете. Это должно привлекать мужскую половину населения к этой монетке и раунду. И я думаю, что она таки привлекает. Монетка привлекательная. В общем, это сейчас я вам покажу к ней сертификат. 5 марок 2023 года, но это раунд, 5 марок 2023 года, это раунд, тираж 20 тысяч экземпляров. Вот у меня есть целая коробка такая. Не смотрите, что у меня таких раундов много, на самом деле половина уже продана, но вторая половина еще будет у меня на продаже. Если кого-то интересует, обращайтесь, смогу сделать по хорошей цене красивую и симпатичную монету и нашу провидицу. Это первая монета в серии, и я думаю, что есть смысл купить, потому что первые монеты в серии всегда потом по итогу становятся самыми дорогими. Поэтому я рекомендую лучше взять из серии первые монеты там 3-4 штуки, чем последние добирать несколько штук. Потому что первую вам всегда обменяют на вторую, на третью, на четвертую монету в серии, потому что первая самая редкая потом будет по итогу. Это мои рекомендации. Теперь перейдем к следующей монете. А это уже полноценная монета, не раунд. Это Коперникус 2023 года. 1 унция 5 евро. Опять же от острова Мальты. Смотрите, как тут обыгран у нас очень необычно Коперник. Дополнительный цвет у нас в монете. Ну, мне кажется, что очень тоже перспективная серия. Наверное, какие-то известные личности будут в этой серии еще, я так думаю. Смотрите, как красиво планеты с обратной стороны. И небольшой герб в правом нижнем углу. А сама обратная сторона, можно сказать, что тоже как монета полноценная. Потому что большую часть обратной стороны тоже у нас картинка красивая. Ну, в общем, короче, смотрим это все и переходим к следующим монетам. Так, смотрите, что еще. Вот еще у меня такой раунд, если кого-то заинтересует. Этот раунд 5 талеров 2023 года. Это не монета, но очень симпатичный раунд. Кстати, не очень дешевый. Почему, не знаю. Видимо, вот этот минт или минцовна, или
Монетный двор решили дорого продавать, но может быть у них дорогое производство. Сертификат красивый, с голограммой, как вы видите. Смотрите сами. Красиво переливается радугой. Вот монетный двор у нас сверху, как вы видите, указан. Серебро 999 пробы. Все монеты раунды, что я сегодня в обзоре вам показываю, 1 унция серебра 999 пробы. Я это даже не говорю, потому что все и так, насколько я знаю, знают. Но на всякий случай сейчас прокомментировал. Вот так вот выглядит сертификат. Белая лошадь называется. 4 всадника апокалипсиса. Ну, видимо, это у нас первый всадник. Мне кажется, классный. Посмотрите, подумайте, если заинтересует, обращайтесь. Тоже у меня будет этот раунд в продаже. Теперь переходим к следующей монете. Эта монета у нас Анубис. Анубис от Сьерра-Леоне 2023 года. Ну, Сьерра-Леоне сам по себе герб очень красивый. Вот, это одна сторона, вторая сторона. На второй стороне Анубис. Мне кажется, классный, красивый и перспективный. Тоже предлагаю к продаже, если у вас такая монета. Это полноценная монета от страны Сьерра-Леоне. Если вас такая монета интересует. Что еще хотел бы вам показать, если вы у меня еще не купили, вот есть такие Робин Гуды, еще несколько штук осталось, я говорил, что закончились многим, но вот несколько штук еще осталось, кто-то не забрал. И то же самое по вот таким вот Одинам, с обратной стороны Асгард, это Вантик Финиши, это я просто докупил, эти все были разобраны, я докупил такую, и такой же Один в простом качестве, бриллиант Uncirculated, но не в Antic Finish, тоже такой же Один есть, Один Асгард. Мне кажется, очень круто смотрятся эти два раунда, ну и качество раундов на высоте, это вы все сами видите на у меня на видео. И осталось по одной, вот по одному вот такому раунду. Тоже кто-то не забрал, заказал и не забрал. Поэтому я вам их предлагаю тоже докупить, если кого-то интересует. Серия патриотов Antic Finish. Вот такой вот раунд. Я, естественно, коробочку добавлю, когда буду отправлять. Сейчас просто нет коробки сейчас именно в данном случае. Но раунды, монеты все приходят в коробках. Я все отправляю в капсулах. То есть все будет в капсулах. И вот такие вот красивые пилигримы у нас. Еще вот два вот таких раунда. Если кого-то интересует, обращайтесь. Что можно сказать? Обзор вроде бы получился большой. Мне кажется, интересный. Не забывайте ставить лайки, оставлять сообщения. И кто еще не подписан, обязательно подпишитесь на канал Серебро Мания. У нас будут новинки и по серебру, и по инвестиционным монетам, а также часто обзоры лотов с eBay, монеты на вес в переборе и так далее. Много чего интересного. Подпишитесь на канал. Видео у нас в последнее время выходит не часто, но я зато уверен, что оно интересное и востребованное. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропускать редкие интересные видео от канала Серебро Мания. А с вами был Анатолий из Праги, канал Серебро Мания.